Готовим яркий, красочный и невероятно красивый компот из тыквы на зиму, как ананас. Этот напиток понравится всем, особенно любителям домашних заготовок. Как ни странно, но именно добавление уксуса делает напиток похожим на ананасовый. Этот компот получается ярким, красивым и аппетитным. Подавать к столу компот можно с разными видами выпечки. Тыква – 1 кг. Вода – 500 мл. Корица – 1 щепотка. Уксус 6%, 5 столовых ложек. Сахар – 400 грамм. Лимонная кислота – 1 чайная ложка. Количество порций – 1. Подготовьте все ингредиенты. Очистите аккуратно тыкву, вымойте и нарежьте средними кубиками. В кастрюлю влейте воду, добавьте специи, лимонную кислоту, корицу. Выложите в кастрюлю тыкву, проварите 5 минут. Добавьте сахар и уксус, варите еще 2 минуты. Сразу переложите тыкву и перелейте компот в стерильную банку. Герметично закатайте банку стерильной крышкой и поставьте дном вверх. Укройте одеялом, оставьте на сутки. После храните компот в кладовке. Удачных заготовок!